Дорогие мои старики, как строительные компании наживаются на пенсионерах? Работает человек, не работает человек. 625 рублей в час. Вынь до полов. Почему краска в магазине выглядит иначе, чем в квартире после ремонта? Освещение в магазине совсем не такое, как у вас дома. И какие межкомнатные двери наиболее безопасны? Ремонт по-честному. В субботу в 10:40 на РЕН-ТВ.